Я приветствую друзей, гостей и зрителей канала Серебро Мания. Сегодня у нас опять будет чистка монет, и вы опять мне скажете, был смысл чистить монеты или нет. Забегая вперед, скажу, что почистил всего одну монету. Вторая монета мне показалась в хорошей патине, которую жалко было счищать. Это лишний раз доказывает, что не надо чистить все монеты подряд. Вот эта монета, одна сторона была в хорошей патине, но вторая сторона была в ужасной патине. И сейчас вы это увидите на экране. Вот смотрите, монета с обратной стороны просто ржавая какая-то патина, неравномерная. Хотя монета имеет очень четкие контрастные рисунки и очень в хорошем состоянии. То есть на самом деле она классная, но вот так вот она ужасно выглядит вот в такой вот противной патине. И эту монету я почистил. Сейчас постепенно перейдем к моменту чистки, и я вам покажу понемногу, как она чистилась и как это все выглядит. Так, монета в очень хорошем качестве, но сейчас по ней это не видно. Вторая монета очень неплохая, в очень неплохой патине, и я вначале думал ее чистить, но потом посмотрел и понял, что чистить ее не надо, потому что патина красивая, равномерная, и такую патину, конечно, лучше обязательно оставлять, ее лучше не удалять. И давайте перейдем к началу чистки монеты. Вот смотрите, я специально почистил одну часть и для контраста, чтобы было видно, как она выглядит, вот как выглядит почищенный кусочек монетки. Сейчас я почищу вторую сторону, и вы сами увидите, как это все красиво потом в перспективе будет выглядеть. Чищу я монеты не механически, то есть я их не тру. Это специальное средство для чистки монет серебра. И оно очень неплохо справляется с нашей очисткой. Теперь смотрите, как выглядит монета. Я специально показал, вот прочистил правую часть, а левая часть монеты не чищена. Специально, чтобы вы видели, как она выглядит на промежуточном этапе чистки. То есть чистится специальным средством для чистки серебра, для монетного серебра. То есть это очень неплохое средство, и как вы видите, оно неплохо справляется с чисткой монет. Ну и сейчас посмотрим, что у нас получается по итогу. Я еще добавлю небольшой момент. Еще раз повторю, что у нас на второй монете очень неплохая патина. И, соответственно, такую монету лучше не чистить, а оставить старинную патину. Она равномерная, красивая, красиво смотрится на монете, и после чистки она может выглядеть ужасно. Наша же монета после чистки, как мне кажется, выглядит, ну, я бы сказал, идеально, с красивым штемпельным блеском. И это, мне кажется, заметно и на видео. Есть какие-то наплывы на монете сбоку, но это очень похоже на наплывы при чекане. То есть странные наплывы, первый раз с такими сталкиваюсь, но, наверное, это так и должно быть. И теперь сейчас посмотрим эту монетку под электрическим светом, как она блестит и переливается. В общем, мне кажется, что монета получилась отличная. Если вас заинтересовала эта монета, обращайтесь. Цена всего 5000 рублей, включая почту. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебро Мания. Ставьте лайки, оставляйте сообщения и подписывайтесь на наш канал Серебро Мания. И не забывайте, что у нас не только YouTube, но и телеграм-канал Серебро Мания.